День всех влюбленных оказался неудачным для доставщика пиццы. У подъезда дома на курьера напали, отобрали заказ и повредили авто «Форд Фокус». Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». 18 февраля с избиениями в приемный покой поступил 32-летний мужчина. Получил, с его слов, при драке у кафе по улице Курчатова. Диагноз, поставленный в КБ-50, ушибленные раны подбородка, ссадины и алкогольное опьянение. В одном из магазинов по улице Куйбышева саровчанка украла продукты на сумму около 2500 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и нашли преступницу. Выяснилось, что женщина ворует уже не в первый раз. До этого она привлекалась за мелкое хулиганство. Улов крупнее получил уже известный многим саровчанам мужчина, который представляется специалистом по дезинсекции. Зарегистрировано сообщение от гражданина, проживающего по улице Московская, о том, что неустановленное лицо похитило денежные средства в сумме 13 500 из его квартиры. Как было установлено в ходе проверки, саровчанину позвонили в дверь, сказали, что предложили поморить таракан в квартире. Он пустил гражданина, тот обошел квартиру, просто осмотрев, дабы установить, сколько вещества ему необходимо с собой взять. После ухода липового дезинсектора саровчанин понял, что его обокрали. Как сообщили в полиции, преступник в данный момент находится в лечебном учреждении с психическим расстройством. Интернет-мошенники не дремлют. На прошлой неделе у двух саровчан злоумышленники взломали аккаунт на госуслугах. В этот же период пенсионер нашел банковскую карту и оплатил ею покупку на 3000 рублей. Сотрудники полиции еще раз напоминают о том, что если вы нашли чужую банковскую карту, то расплачиваться ей категорически запрещается. Если вы обнаружили чужую банковскую карту, стоит обратиться либо в банк, либо отнести ее в дежурную часть отдела полиции. Захищение денежных средств с банковского счета грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.